От первого боя, в котором сражается команда Лиса против команды достанущей чрева кактуса. Я буду просто молчать, потому что я это очень устал за последние дни. Команда Лиса почти что била кирпичоголового зомби, а команда Санчо Брока не подпустила кирпичоголового зомби к себе. Переносимся в будущее, в котором зомби упало, по трём баллам каждой команде. Следующий раунд — это раунд египетский. Нечего тут комментировать. Конечно, хоть и не терпила, но все равно досмотрим. Следующий раунд — это пиратский раунд, в котором у команды Лиса... ничего не помешает. Мы уже видели, как она разобралась с кирпичоголовым зомби. Так что с этим зомби не будет никаких проблем. А вот в верхней команде почти что нетронутый зомби начал есть брокколи, но его быстро застанили. В нижней команде зомби уже был мертв, а в верхней... По 3 балла. Здесь они правильно выписали, и тут сначала убить зомби, а потом уже пианист в самом конце. Но это уже очень легкий этот. Очень легкая победа будет. Потом этот раунд, конечно же, переделаю. Хоть я и не терпила, но придется досмотреть. Из-за того, что этот... Что из-за того, что этот... Смар. Я немного потом таймер выключил запись, так что мы уже видим, как некоторые зомби мертвые. Но ждем выезда пианиста. И опять же будем очень долго ждать, когда он выйдет сюда. Но я не терпела, так что вот убили его, убили. Каким способом? Какая разница? Его вот так убили. Вот раунд из этим. Здесь двум командам повезло, потому что зомби спонча не было этой вкладки железной. 3 балла. В раунде с куроводом, конечно же, выиграла. А вы чего ожидали? Ладно, я пересниму. Просто у Брокколи есть такая способность, когда он убьет зомби и сразу же мгновенно убивает, он сразу же подзаряжается.
находится, а новый слишком быстрый. Ну, это тут всем понятно, что 0 баллов. А раунд резайки меня забылся снять, потому что... Почему? Ну, оно все равно не смогло выиграть. И смотрите, что там у человека хам снизу. Это просто, чтобы голы были, да, заранее не это. Там для симметрии начал орехи высаживать. На это не смотрите, а просто. Оно никак не повлияет на подбитку. Ну все убиты. Всем по 3 балла. Вот и раунд с этим. Много не смотрите, что здесь зомби на стрекозе из другого этого, но из-за того, что они снимают в кровати тащик зомби, почти что целый ведроголовый по где, ну, к команде подошел и почти что съел его, но ему это не получилось сделать. Ну, а в верхней команде тут не всем ясно, что она сможет, потому что она и больше зомби карамсала, но вот смогла. И вот раунд с роботами, в котором верхней команде может быть очень сложно, потому что нет дальнего урона очень сильного. Так еще и Брокколи потратил свой удар на щит протектора, а в нижней команде уже убили протектора. Верхние уже тоже убили, но конус уже приступал есть от этого Брокколи. А в нижней команде конус сначала есть пиролазу почти что. Но его развалили. А в верхней команде конус смог съесть Брокколи или Брокколи и даже пиролазу. Неожиданно я потерял баллов в такой-то сильной команде. Здесь я что-то должен был говорить, я не знаю что. А, вот раунд из игры на Грантюа. Ну не смотрите, что я здесь кучу раундов скипнул, просто проблемы были небольшие. Ну, и уже верхняя команда, можно сказать, проиграла, потому что... Ну, почему? А вот почему. А в верхней команде есть еще очень большие шансы. Но от Гран Грантюа закинул импа, и теперь все его атакуют. И Гран Грантюа дали несколько секунд на прохождение по клеткам. Ну и вот он уже подходит к пиролазе и замахуется, но его убивают. Кстати, не смотрите, что я там ультанул, это никак не повлияет на ход битвы. Ну... И вот команда под названием этот. Короче, нижняя команда выигрывает. Всем пока.